Так. Музыка включилась. Димочка включился. Мурмур, если кто-то есть. И настроим. Ладно, стартуем, там разберемся. Так, сейчас на стриме сделаем. Ой. Так мне на самом деле очень темп нравится. Мунчардом. Эта музыка такая сонная. Я вроде анонс сделал. Кто-то хочет, кто-то зайдет. Так, что собирать? Заберите просто нож. Что сделать? О, давайте ФБ попробуем сделать. ФБ просто, да. И что, я стал вниз пойду? Ну, дальше можно нажать.
ебать нас. Давай потом вайпера лучше. А мы бристо. О, преслубек стоит. У вайпера этот, табочку. Ну хуй с ним, здесь два хуйца стоит. Я ему кину второй спал. О, пули кухни, да. Опа. Бля, что он делает? Может кто-то еще повоюет там? Вот да. Ну я честно не понял, что разбегаться начали. Мы одного убили, и надо всех раскидывать, а вы что-то тихать начали. Честно не понял. Ух, хухнул, вот это хуже. И не добили его. Пиздец, как четко каски дали. Что вы делаете нахуй? Затекать просто не надо было. Просто первую пачку, а вы просто сосед. Затекать не надо было. Опа, Рубик. Продами, что ли? Бля, ебать вы. Вы проиграли игру, ладно, я. Ну все, ТФК. Да все, ну что ты значит, все начал. Все, минута игры прошла, все, ФК, пацан. Наигралось. Изи. Ну такие фраги делаем. Мы бы видели. Пойду в центрик. Пикну. Не знаю, есть там, нет. То Рубик оттуда дошел. Минимум. Там. Че я тут крипас ем? Зайду. Эксплуатор, да? Так, музыку тише на меня. Спасибо, Зазик. Зазик, твоя копеечка не помогла мне. Мне свет на еще чаще вырубаться сегодня начал, понял? Я там уже звонил, ну, мы там уже звонили, уже специалист один был, тут не успел забить. Уже специалист уже один был. Тут мне и резетку переделывал как-то там. Ты что такое? Сказал, проводка плохая. Куру введи, я убью сейчас. Или нет, или да. Куру вводи. Заморожу сейчас. Изи, брат, все для тебя. Надо красавчик. И все для тебя, брат, с любовью. Не-не, ничего не нормально, ничего не сделали. Подозреваем, что счетчик там немножко накрылся. Завтра должны, типа, приехать и там официальные представители, типа. Этот вайпер, смотрите, он уже, блядь, ну, фонтан практически бежит. Нормально. А только после замеса. Вот он. Ты там кричит уже, паникует, там признаки паники подавай, чтобы мы понимали, что происходит. Ой-ой-ой. Мы же тоже не всегда понимаем, там, что происходит. Завтра он снова приедет, будем что-то думать и гадать. Ну, в теории мне надо 2. Смотрите, он и я должен 2 блядь. Показывать. Ну, типа... Я его, блядь, нахуй, стрессовая блядь, ситуация. Дам, блядь, посраться нахуй. Мне надо порелаксировать доти. Так назовем. Так, мне это... Я человеку должен там КПДшить, я не могу это КПДшить. Примерно как-то так вот. Поэтому
У меня сейчас свет рушит мою работу. Я ночью вместо того, чтобы работать, я сплю. Что, варды тут, что ли? Ладно. Как я улетел, то меня сейчас убьют. Улетел, успел. Где варды? Здесь варды, почему они тут? Я не знаю, я тыкнул. Брат, и горит лампочка, и она убивает все равно. Полностью в доме электрику вырубали, ну, лампочку убивает все равно. Поэтому это пробовал, но ни холодно, ни жарко. Все равно пропадает. Так, у вас чатика на экране еще нет, да? Чатик на экране должен появиться уже. Хочешь, хукнешь? Поэтому там непонятно, что. Да. Ну, как там специалист предполагает, который сегодня был. Там что-то счетчик немножко. Брат, я не успею. Я не успею, он тебя расфыркает. Или нет. О, давай, давай, я тут уже. Ух, заморозил. Сейчас еще подморожу. Не успею, да? Не успеваю. Видите же. Спасибо. Помру, ну, это, ребят, 6 минута, все дела. Поэтому, брат, ну, должен был чисто в линейке КПД-шить типа 10 часов, есть работа, но я пока не в состоянии выполнять. Ну, конкретно, если сегодня рассматривать, то чисто психологически. Ой, я добил, блин. Возможно, он забил. Давай, брат. А кем ты работаешь вообще? Чем ты занят? Какова специфика твоей деятельности? Попробовать на топе, если кого-нибудь хукнет. Могу тебе дать мангер, шейкер. Пробуем с... Спасибо, только я удачи не верю. Надо постак еще надо, да? Переводчик приносит, нормально. Я помню, меня учитель как-то переводил... Что-то переводил и неправильно переводил. И также я помню... Мне надо было перевести документы на английский язык, мне перевели, я денег заплатил в универе, понял. Ну там официально можно в универе было перевести. И мне перевели неправильно, потом мне пришлось в другой перевод, ну, центр перевода там обращаться, мне перевели. И там по-другому перевели. Было дело. Хилимся, живем, брат. Во славу ЦМки и всех Всевышних. Вайпер нашел на топ, скорее всего. Так что вы там поосторожнее сейчас. Блять, у вас еще хп очень мало. Шейкер. Там чуть бывает. Изи. Изи, изи. Про майфобия. Блять, у него там еще рубик. Били пацана сверху. Да стакнуть забыл. Можешь тут стакнуть, это убить, и я первый скилл дам. Ты добьешь. Фарми, фарми. Фарми так, как никогда не фармил, брат. Как будто это твой самый лучший саппорт на сегодняшний день. Вайпер ушел. А потом заходи на ютубчик там, или на Twitch. Руна была на боте, скорее всего, с какой-то руной пойдешь. Лайки ставь там, подписывайся. Я вард на ХГ поставлю. Или на ХГ на другое место. У него руна иллюзий. Меня убили. Это обидно. Два человека там не ждал. Что, привет, насчет майнинга. Да, брат, у меня сейчас другие проблемы, и честно, мне кажется, когда я куплю, единственное адекватное решение у меня будет искать, где чирикать отдельно где-то. Вайпер ушел. Иду, снупер, снупер. А, это копия, да? Ну, это да, я у него уже говорю, друзья. Сейчас, вот если у него где-то синтек стоит, сейчас я попробую снять. Ты лучше на топе помоги. Топ, подойди сверху. Угадал, брат. Ой, проанализировал, извини. Ну, если ты за мою проблему.
Вот мне, как я считаю, ну, единственное адекватное, как у меня проблемы с электропитанием и все такое. Ой. Бегу, гайс, бегу. Отлично. Кинемся, живем. Я чисто отряд быстрого реагирования. В общем, ну, я ж маленькую хочу ферму сделать, и типа. Мне там буквально там 1 киловатт или сколько надо. Ну ладно, не один, там два буквально. Ну и это все деньги мои потратятся там. На новых видеокартах тогда. Поэтому. Мне даже этого, ну, немножко нету. Зачем? А что она стоит? А вдруг забьют? Или ты юный байтер, что ли? Поэтому единственное адекватное, либо я арендую, ну, первое время просто. Ну, тут есть место, где арендовать, так скажу. Я арендую это, ну там большие затраты, около $80 в месяц. Ну просто так, что, ну, что стоит у меня. Либо снимать что-то. Где можно самому чирикать и кайфовать. Другого выхода у меня пока месяц. Ладно, не то, что пока месяц, другого выхода у меня вот даже не намечается. Винтомбристов как ее? Вайпер с лотаром. И побежал на топ. Вот где я увидел. Лотаром это жестко. Значит, сейчас будут убивать Ларка кого-то. Или меня. Блин, снайпер живет. Блять. Не думал, что мой тупо станет гандон. А, я выжил на 40 хп. Ну, окей. Потерян на топ побежал. Вайпер с лотаром, тут, блядь. Этот, Рубик еще пришел. Мне маны уже немного. Байт, сори. Давай попробую отвоз... А, не успею. Осторожно на топе. Потом по-другому, у меня проблема с... со светом не решить на сегодняшний день. Просто, ну, нет возможности. Нет у меня ничего, абсолютно ничего. Поэтому так вот. Ну и мне выделить ничего тоже не могут. А, блядь, здесь вижен стоит. Всем, давай попробуем, да? А, все, он съебался. Я пробую стагну тут. Здесь вижен поставили на тройке. Я сниму. Или давайте вы сверху сами снимете, я не хочу туда лететь, я тут с ларком-то все. Там Рубика нет. Отлично. Может, попробуем все-таки вайперы как-то, ну, ёбнуть хоть, блядь, разок. Сюда, иди сюда. По-моему, блядь, ну, слишком спокойно фармит. Я хз. Он тебя вроде не видит. А, он смотри, на меня идет. Пойдем, пуч, шейкер. Нормально. Еблан, он у вас. Кто, вайпер у нас? Делаю ТП к вам. Вот этот мир, вон. Да, ТП не снят. Ой, больно там. Вообще больно. Лучше туда не вылазь, не высовываться. Там вообще три человека, не один, а три, блин. Ёбаный поиск пути, блядь. Это три человека, блин, жесть. Не, когда снайпер прилетает и... Приносите танго в саппорт от пятерки. Это достойно уважения, на самом деле. Ой, блин, я не дошел далеко. Фу. Меня расстрелило.
Или у тебя какая-то другая проблема, Дима? Ты же, насколько я понимаю, что это мою проблему. Да, в электричестве осведомлен, и за нее спрашиваешь, правильно? Или, может, я как-то не так понимаю? 7 секунд на ПКД. Я зачастую делюсь проблемами, которые у меня есть. Может, что там, тоже там поможет, подскажет, там. Где-то просто там душу успокоит. Так, там руны появились. Можно забрать их. Сейчас заберем. Давайте прочекаем вард. Когда вторым выходит. Да, есть. На тебе рубанчик. На тебе сларка заберу. Ты, блядь, заебал уже, блядь. Второй раз лукаешь меня. Блин, жесть. Да, если бы не хукнул, было бы немножко получше. В скобочках вообще нормально было бы. Но хук вообще не в тему. Блин, Сларк, ты не сможешь. Блин, Сларк уйти не сможет. Слышь, Куш, нахуй не подходи ко мне, пожалуйста. Пуджиком для воли брать. Ты не за Пуджа вообще. Не, ну если бы не Пуджик, то он бы его добил быстренько, и мы отошли бы. А так мы, я вдвоем... Ну так, а сейчас он вернулся из-за Пуджа? Не, ну сейчас нет, но там бы немножко по-другому было. Да ладно, что было, это пришло. Что там говорить? Включаются оплошности всякие. Ничего сверхъестественного. Ну, фисурку. Это чтоб завершить типа его божествование. Унизить максимально, когда пятерка приходит, убивает, унижает, так сказать, скоро. Блять, сори. Так что сори, деньги все равно мне дают. Division поставил ему деньги. А тут вайпер еще. Ну это плохо, а че? Иди сюда, в руны поставлю, да? Попа. Ой, вард поставлю. Руна, радиус. Опа. Бридик, может, шматка надо. Неплохая шматка. Так, 200 хп берем, да? Давайте 200 хп все-таки. Не, надо, чтобы меня не убивали, а там герои такие. Убиты не заметил. Понял вас, здорово. Ты кто такой? Пошли на свидание. Пуджик, давай. А, вижен у вас нет. А, есть вижен. Пуджик, красава. Я, по-моему, лобик поцеловал. Те пацаны, которые вижен берут, я, по-моему, лобик целовал. Заблочишь. Эх ты. Братик. Так, мне кажется, мне биндагер надо купить будет. А, снайпер просто. Да не засейвлю тебя никак. О, снайпер там инвалюет, да? А там еще улучшится. Ладно, отменяю. Да. Ну, либо я беру ДД, либо улучшится. Привет, здравствуй, братик. Герои, честно, у меня все переменно. Мне вот Рики очень нравится, Медведь мне очень нравится, Бэйн мне нравится, ЦМ-ка сейчас нравится с огнем шардом. Ты типа ульта у тебя, ну, не прерывается, ты просто ее нажал, и она вокруг тебя там кастуется. Телепорта нет, старт не придумал. Что мне еще нравится? Мне много кто нравится. Чисто много кто. Блин, дайте дофармлю огоним. Погоним этот тагер. Сейчас 100 копеек. Не успею, да, я думаю. Выходи, ты не уйдешь. У вас четверо, не сколько, трое. О, давай. О, меня сбили, my bad. Вот там еще пацаны какие-то выходили.
Ну сюда пошел, блядь, слепой баланс. Расскажи ему, куда ему идти надо, брат. Ай, смотри, только рано нам. Ух ты, он застыл. Вот там сзади этот. Близняк сзади. Убить, убить. О, дайте мне на магию эту штуку. Мне вот эта штука надо. Я буду сульты убивать. Я уже... Дай наценки. Так, книжку тоже забрал. И вард купил. Ух ты, блин, бегу, бегу, бегу. Хотел со стилей, так, знаете, вот вообще вот всем сердцем, честно. Ну не нажал. Но всем сердцем хотел состелить. Отдать кому-то другому? Брат, я убиваю, нормально. Не паникуй. Я пятерка, которая убийственная пятерка, понял? Вот это дать, фейри фура. Вот это она. Найди фейри фуру. Иди сюда, фейри фуру дам. Фейри фура не надо это? Она мне нужна бездарь до порылы, блядь. У меня какой-то без это моральный. Какой моральный, брат? Я тебе, наверное, аэропорт дам, слышишь? Найди аэропорт. Скрипты, читы. Два потребления способностями, подозрительная деятельность. Брат, я пожаловался на подозрительную деятельность. Я уже в курсе. Подозреваю тебя в чем-то нечистом. Урс убили среди. МБФ и баш делать. Вон пост можно захватить. А, не, еще не можем. Т2 спушить надо. Да пусть Т2, вон пост захватим, будем бегать. Кайфовать. Захватываем вон пост. Кайфуем, хилимся, живем. А что, мы в сильный рож можем забрать? Во-во-во-во-во. Ну, мы сильные. Иди рожь убей. Снайпер, иди рожь убей, брат. Мы танкуем, а ты убиваешь, понял? План простой. Бегу. Только надо, чтобы шейкер пришел, а я ему репорт дал. Он скорее всего, будет руинить там катку. Он руинирок, понял? Пуш, кусай его. А, коды. Кусай его потом. Иди, кусай, как никогда не кусала. Ну, я его заморозил. Так, сейчас еще заморозим. Ты сбил этого. Кусай его потом. Аккуратно там враги били. На тебе враги. На тебе вам враги. Давай, брат. Help me, help. Фу, чуть не умер. Че, и добавили на фраге. Вот это красиво вообще. У меня, кстати, две брони. Чисто две брони, на тебе. Я гоним шарка куплю, блин. Сейчас такое начнется. Мы украли первый скилл вроде. Ух-ух-ух-ух-ух. Изи. Вот это Сендрик, видел? Это мастерский Сендрик. Для настоящих мужчин. Так сказать. Спасибо за хилочку, кто там кинул. Кстати, ребят, просьба это... Можно там лайки потыкать. Лайки нормальная тема. Я даже с телефона сейчас тебе лайк прожал. Вроде третий лайк. Я куплю себе.
Блять, просто такой продал. Отхилить тебе нечем. Это сломал. Я тебе транквилы свои дал, понял, но они не работают. Только у меня ульта есть и все. Ах да, сейчас Сэмочка разультится как. Да-да-да-да-да, брат. На это акцент и делается. Заморожу, время потяну, понял? Давай, пошла жаришка, пацаны, глиф, уху-ху-ху-ху-ху-ху. Не разъебало в соло. Изи, брат, изи для тебя, изи. Без шуток, брат. Изи, без шуток. Я не шучу, когда на цемочке так залетаю с даггера. Ты чё мой бард сбил, ты чё? Ты нормальный? Видели, ребят? Он мои барды разбивает. Мне кажется, он руинирок. Блять, мы очень долго. Давайте топ, go топ. Мы... Не хватает нас дамаги сразу тронкать. И он вард поставил, пушек, для тебя, брат. Триковый сочный. Ой, кнопок нету. Сейчас будет кнопка. Нажал кнопку, заморозил на секунду. Я совершаю серию бис, нормально. Блин, когда кнопка? Он что-то я недалеко кнопку нажал, да? Брат, тикаем. Меня украли что-то. Первый скилл украли. Кристал нового. Результат будет 5 секунд, пацаны. Сейчас ворвусь. Ух, как сейчас ворвусь. Ух, сочно будет. Смотрите, смотрите, один раз показываю. Ничего не показываю, да? Ладно, не показываю. Или показать кому-то контент. Ладно, нашел. А, у меня гоним шарт есть. Я ж сильный, ребята. Я гоним шарт принес. Это вообще... Фу-фу. А слышите, вот сделали эти аванпосты, каждую минуту он дает. А сколько она дает каждую минуту? А нет бардов. Не скажите, сколько там каждую минуту дает? Ух, я шмотку поймал. О, это нормальная шмотка. Вы можете забирать другую шмотку. Я еще такую шмотку соберу, вообще изи. Или гонимчик какой-то. Я вряд ли успею. Варды были, мне мои сломали варды. Ой, брат, я не заселю, утекай, брат. Ой, братик. Пацаны, я ворвался, пацаны. Цемка соло раскатывает. Алло, команда. Цемка против команды. А, я бегать могу, я забыл. Я гоним шар бегаю. Вот это врыв, видишь? Из-за пятерка ворвалась, называется. Врыв пятерки. Из-за пятерка на врыве. Новая мета, пацаны. Пятерка врывается. Брат, помогай, брат, спасай. Нету. На тебе, блин. Все, спасли. Птица пятерочка на врыве, так, ух. За такую пятерочку, ребят, надо зайти все-таки на ютубчик, там лайк поставить, знаете, подписаться на каналчик. Там. Или на твичку, кому там где-то. Ну. Ой. Изи, брат.
Забрать кафедвор, чирикаем упор. Где я? А, ты меня съел? Вот и красава, брат. Я думаю, где я делась? Не думал, меня украли. Еще выкуп хотят за меня. Ну, где? Будет, я, по-моему, умирает. Будик, нет! Маны нет. Не сломали все ворды. Так, ну лайки, подписки, пацаны, еще раз, 10 я говорю. Раз. Да, надо найти вот эту ссылку, я еще не подготовился. Блин. Не думаю, я кричал как-то. Twitch, YouTube, вот это все. Подписывайся, фоловься. Давайте еще раз так сыграем. А, тут Махуру надо бы нанести. А я фид нанес, да? Да изи победку завожу, пацаны. Поддержка пропала. Поддержка, вернись. Кто нас поддерживать будет, если не поддержка? И вот полная поддержка. Я полностью поддержу пацанов. Мысли группа распущена. Брат, ты что, ливнул там или что? Мысли группа распущена. Где мой братик, алло? Мой братик... А, не, он со мной. У меня группа распущена. Где пропал? Где пропал? Группа распущена. Так, и что, снова CM-ку взять? Показать вам, как CM-ка овнет? Или кого-то там не CM-ку взять, кого-то там... Ну давайте поддержку, да фу, поддержка, новый герой, давай! Чисто поддержка, новый герой, пацаны. Ни разу в жизни не играл, но сейчас будем что-то нанести вражескому герою 4000, 6 и 8000 урона способностью. Давай, пойдет такая. Что тут еще вообще есть? Критами нанести дамаг. 10000. Нормально. Убейте 3, 6, 9 вражеских героев, применив способность Converse. Что такое Converse? Че, блин? Converge. Тьфу, блин. Чего конвержи? У меня такой способности даже нету. Что это такое? В общем, меня обманывают дота, поняли? Мне хочется, чтобы я применил какую-то способность, которую у меня даже по мини нету. Дота обманщика, поняли? Не знаю, что за способность вообще. Может, критами? У меня каждый третий удар крит, типа. Ну, ход вонос, спасибо, брат. Брат, я не слежу за воном, и Женя после того, как оказался крысой, чисто крысой, ну, знаете, вот выражение вот в этом, как оно называется? В Comedy Club, там, чисто выражение. Ля ты крыса! Вот когда Женя оказался, ля ты крыса! И кинул фобика на те же $500, в скобочках на кресло, то... Наши судьбы немножко перечеркнулись, и им дела лучше не водить, так скажем. Поэтому это немножко не тот человек, который... Это на Твиче, на Ютубе чуть больше. Не тот человек, с которым лучше дела водить какие-то. Я с ним еще после Нового года пытался наладить связь. Я даже с админом Кетрой наладил связь и все там, чтобы вы понимали. Который мне тоже там кинул в свое время, но там извинились друг перед дружкой, там побеседовали. И вроде нормально. Женя вот, ну, выступает что-то крысой. Бабушка.
это. Так. I'm support. I'm что, негры пидорасы? Да русский. Так, осуждаю. Санкции пошел, нельзя такие гадости. Два потребления способностями и санкции держи. И блок чата тебе еще. Все, первый репорт пошел. Нельзя, я осуждаю все, что выше сказано. Человек чисто провоката, и он провоцирует на нехорошие действия. Пикнул героя, выебывай. Слушайте его. Все, пацаны, пошлите, сейчас будем убивать. А, не полная поддержка, а просто поддержка, да? Нормально. Фобби. Да. Фобби, в общем, ты знал, что этот есть битбокс хороший. Niggers. Так, осуждаю. Санкции то же самое. Такая. Так, да, подожди, а нахуй мы здесь стоим, ну да, на другой стороне. Брат, ну... Если вы не забыли, то в прошлый раз, на прошлом открытии того же проекта, я играл немножко больше, чем Женя, ну, по факту. Это стан? Это стан? Ну, по факту, там можно было еще играть тогда нормально, времени. Я еще доигрывал, у меня там были договоренности с данным проектом. Играл, там нормально и воевалось, и все в этом духе. Он тоже ушел с проекта, он не захотел играть. Как раз на этом же проекте, на прошлом открытии. Это было. Ну, смотри, на прошлом открытии, когда и я играл, я же играл на двух проектах. Там, когда там это полгода назад, например, я играл с ним. И у нас там вот это, где мы прозвали там проект, где не рисуем и так далее. А до этого проекта, вот там вот как раз тот момент был, где можно было еще играть, но он решил типа уйти. Тоже такое было. Ничего себе. Только это обманывает кто-то. У кого-то ник Ютуб и... Вот это обманывает. Или подожди, не обманывает, это на Ютубе ж можно донатить. А, я думал, это обманывает, ё-моё. И через Ютуб поддержали, ё-моё, спасибо. Ничего себе. Так подожди, в смысле иди на работу, это ты поддержал? Вот это ж ты, вот ты, Элдер Титан. Ты же на Элдер Титан играешь. Это ты или не ты, братик? Или ты это другой какой-то братик? На ком ты был? Ну, давай быстрее, брат, признайся. Нас покатали. И просьба, ребят, через Ютубу поддержали, спасибо большое. Цены вам нету, но просьба там есть Дестрим, поддержка моя, просто потому что с Ютуба много комиссий там. Да, ты понял. У меня Ютуб там, подожди, сколько там, около 50% комиссии, я чтобы понимали. Поэтому, на самом деле, через YouTube не особо выгодно это все делать. Ну, не хочу сказать, что YouTube там плохой или что такое, но просто не особо это выгодно. Много комиссий выходит. Поэтому просьба, если есть возможность поддержать там хочешь и так далее. Поддержите, пожалуйста, через Destream, там ссылочка есть, поддержка такая. Мы так-то его убиваем. А, тебе. Фуру, няп не убьем. Он просто сильно на ТЗП заметил, он уже такой интересный, как раньше его. Брат, ну люди меняются, что сделаешь. Блин, мне что-то больно уже. Люди меняются, брат. Я тоже уже не такой, как раньше был. Раньше я вообще просто даже в линейку играл. Зачастую там говорят, там фобик какой-то корыстный, все дела. Ой, больно. Я подожди, убивает. Ай. Ну и хули это за герой, блядь? Давай. Блин, убили и курицу твою слили сейчас. Блин, и курицу твою слили, жесть. Раньше я играл, будучи студентом, например, я содержался за счет стипендии. Ну, я не был как бы привязан к проектам каким-то или что такое и игре. Я просто играл, потому что была возможность. А сегодня я full life стример, и мне надо коммуналки платить, мне надо кушать, питаться за счет этого и где-то на мечту откладывать, на какие-то там другие расходы. Куча таких вот, ну, тягощений есть. И на сегодняшний день я все-таки как от сопов ушел, улучшил свое финансовое положение, с людьми работаю. Делаю абсолютно то же самое, только мне за это деньги платят. И... Ну, деньги побольше, нежели мне стрим приносит, так скажем.
Поэтому, честно, после того, как все там хейтят, там фобия ушла от Вона, там тебя никто не смотрит больше и так далее. Ну, это кто хочет, то смотрит, кто хочет, то не смотрит, но как минимум моя финансовая составляющая значительно улучшилась, к примеру. И, ну, типа, мне есть за что там молочка купить и курочку купить. И это очень радует, и, ну, аудитория когда-то ушла, да, там, кто там фанаты, там, Жени и так далее. Кто-то еще там что-то такое. Свою аудиторию найдем еще в будущем. Я все время почти работал как раз не со своей аудиторией. Это тоже нормально. Ну, люди там уходят, отписываются, это их право, их дело. Ну, себе все. Ну, я не спорю. Блин, прикольно, я уже первый скилл выучил. Это был такой контент. Ребят, сегодня у нас контент в доте сегодня. Артик, на самом деле ты совершенно правильно говоришь, ну просто я, если ты не заметил, немножко не делаю даже, ну и делаю контент, но контент по фарму у нас. Вот блин. Ну немножко я работаю все-таки в игры. Мы скатки. Понял. А на ком вы играете, братики, скатки в доте? На Твиче, точнее. А, подождите, это не вас, я в черный список нес только что. На тебе. Черный список, это не вас я внес. Забанил. Вы там забанили. Меня пытаетесь спровоцировать, чтобы меня Twitch забанил, да? Это вас я перебанил, признавайтесь. Storm Spirit и Grimstroke, что ли? Я подозреваю, что это вы. Где Iron Pug? Я на пятерке играю к Iron Pug. Я, блин, там меки всякие собираю и так далее. Вот мне Iron Pug сделаю. Я на пятерке играю сейчас. Сейчас вард куплю, блин. Ну, блин, ну сейчас курица дает. На тебе. Видели он? На тебе. Блин, меня убили. Тут еще и Рики пришел, воу. Седьмой левел Рики. Воу. А, он тебя тоже убил или кто? Блин, я на чатике какаюсь, извини, брат, и немножко не смотрел за игрой. Да этот нас. Ты чего вы провоцируете, чтобы меня забанили на Твиче? Поэтому я санкции и по аэропорту скину еще. Ну блин, ну откуда я знаю? Ну все равно я осуждаю. Я культурный братик, а вы меня подставляете. Нельзя так. Не подставляйте меня, пожалуйста. Если не подставляете. Я не хочу быть осужденный братик. Не станешь, что ли? Не задел. Ух. Ему крита всадил. Сочного такого. На тебе, блин. Морда взяла хп. Блин, прикольный этот герой. Честно, играю первый раз, пацаны. Блин, я отошел. А, блин, брат, подойди. Я тут. Ладно, шторм летит. А, шторм за нас. Не уйду. Шторм, красава, брат, давай. Я в лёд. Блин, я что-то кнопки попутал, понял? Что, побайтить немного? Изи, изи. Соло для стримера, изи. Соло, соло. Со стилей, брат, но все равно. Соло для изи. Так, или все живем, пацаны. Я тебе даже хедреску собрал, видел, чтобы ты регенер все лучше. Все для тебя. О, ты сабликой будешь, ты сильный мужчина. Ты красава. Какие, блин, Элдар Титана мне нравятся. Я за счет этого третий год живу. Правда, у меня проблемы сейчас с электропитанием. Ну, я где-то драйверю, где-то, ну, там, можно сказать, кручусь как могу. Так будет самое адекватно сказать. Ну, где-то подстримлю, где-то под РМТшу, где-то
по драйверю и так далее. Поэтому я человек, который 3 года живет, ходя на завод. Ну, у всех там свои возможности, конечно. Ну, как минимум, я жив, как видите. Живу, к чему-то стремлюсь, что-то имею. Со свое состояние, ну не состояние, жизненное состояние, так называемое. Улучшаю. Вроде все отлично. Ну, там в теории руна появилась, слышишь? Вызывайте меня возврат урона, я буду возвращать урон. Позже. А, у тебя крит. Так я уже 5 левел, ребята, я уже серьезно, ну, на серьезную игру настроен, поняли? Писано настроен на серьезную игру. Хорош. Блин, гриб один убежал. Чисто серьезно играю, это я. А у тебя. Брат, мне кажется, я сейчас вышку заберу. Так, гримстрок ливнул, алло. Брат, ну я тебе оставил, ты не добил. Я лечу, лечу, смотрите, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, ну, брат, я разменял пятерочку на братика. Изи тоже. Видишь, как я целю, брат? Я, может, и не выживал? Ой, может, и выживал-то, конечно. Я поспешил, не знаю. Так, гримстрок, это ты ревнул? Ты меня в чатике или нет? Или ты пандочка синенькая? Или какая-то? Ты кто? Кто ревнул? Где гримстрок мой? Верните мне гримстрока в игру, пожалуйста. Чисто гримстрок у нас пропал. Тик-тик. И войны, так он вернется или нет? Лечу, лечу, лечу. О, изи, изи. И там Рикимару, у меня досты есть даже. Блин, он бегает, он шустрый. Это Рикимару шустрая лапка. Ну, ладно, не успеем. Я даже книжку изучил, я с 7 левел стал. Больше стоит. А, Storm Spirit. О, Рик, у меня досты есть, досты есть, досты есть. А есть какой-то? Во. На тебе, Рики. Вот это саппорт. Это саппорт, которого мы заслужим. Давайте бьем все компании. Сейчас у меня первый скилл будет. Блин, я стики не прожал. И на том слоте бы я. Ну тоже пятерку разменять на миндер или кто это такой вообще. Изи. Размудрим строку. Брат, ну. Сейчас вы опять меня будете поставлять, но не надо. Я вам давал шанс. Если я вас разму, то и вы будете гадости писать. Я не хочу, чтобы вы мне гадости писали, но. Это против гадости.
подожди, тут Рики еще был. А, нет, это не Рики был, то Мортра была. Брат, я, чтоб ты понял, я по привычке прилетел на телепорт, а потом нажал ульту. Понял? Надя каретку, я штапорт, понял, где каретку нажал. Что для тебя, брат? О, давай Аркан Ринг. Ну, займу это, брат. Не? О, давай. Я буду Аркан Ринг прожимать, нормально. 5 секунд. Изи, брат. Мы теперь под Аркан Рингом. Блин, саппорт прикольный такой. Репорт коты. Ну так двигай, что так, я в натуре, ты думаешь, ты что, когда с него? Ну там два человека. А, нас 10, да? Нас 10. Давайте, давайте, нас большинство. О, морда стаки фармит, смотри, да. А, меня там убили вообще, о. Там Феникс еще. Ладно, Гимстрока. Гимстрок, ты живой, брат? Я даже размутил, у тебя есть шанс. Да, да, спасибо, спасибо. Я извиняюсь перед всем чатом. Блин, убили пацана. Ну что, не говори гадости. Размутил. Желаю, желаю подняться на Твиче. Ничего себе. Я Твич недавно создал. Ну пока месяц. Нехорошо. Так, мы размутили второго, надеюсь, гадости не будем говорить. Вы чё, контент-мейкеры, что ли? Так, музыку надо потише сделать, наверное. А можно песню? Да, конечно, 50 рубликов. Только пока доту играю, не включаю. Да я могу спеть. Давай, Пугачёва. Настоящий мужчина слушает Пугачёва. Можешь оформить? Там тупо дед сидит, чисто с 90-х песней слушает. Нормально. Чисто я молодой перспективно прогрессивный стримерочек. Давайте начнем с того, что я молодой перспективно прогрессивный стримерочек. А, это Джаггер убивали, а вот прилетит. Да? Простил ее, но опять. Ой, как намаялся я с тобой, моя попытка, но беда. Ты красиво. Мое почтение, мое уважение. Держите хвостик пистолетом и все будет. Иду, иду, иду на сэмпу. Я яйцо убил еще. Зря, да? Лоби. Нет, ты шлёх, так ты. Бэй-бэкаюсь, лечу. Пошли. За Асгард, за Боб-клан. Или как там? Let's go. Стики, пожалуйста. Вот она. Это наша судьба. Рыба моей мечты. Лови. Хороша. Как он по тучке всех убил. Люди бэкнулся. Ой. Тикай, живи. Это обидно. Это обидно вдвойне. Пускай пробить не можем, надо норну эту собирать. Которая суперская, походу. Без нее никак. Пацаны, где урна? Это, наверное, мне собирать, да? Ну, давайте, я завтра соберу ее. Она уже в процессе, ребят. Я кирку уже купил, понял? Блин, на стыдно купить, это обидно. Я шмотку скинул, кстати, Гримсрак выбирай. Я забыл, что за тебя. На стыд тоже купил. Главное не паниковать, не отчаиваться. Это лишь начало, эти фраги ничего не знают. Тут понятно. Не вот так, а ты. Я гурну. Один. Там манту делает этот. А, еще и Рошу убили, блин. Что-то не прикольно. А, Роша его убил или что? Что он поверни сидит? А, Рошан, последний Рошу добивай, там Роша, сколько там хп? Чекни, там Роша убил этого чудика.
Эй, не, ва-ва-ва-ва! Он был хп, лол. Блин, пацана убили, еще одна. Вот это Рикки Мурка. Рикки Мурка сильный какой-то, слышите? Надо какую-то контратаку против Рикки Мурки. Я варды потыкаю. Это как-то максимально обидно. Сейчас... Сейчас нас Рикки Мурка вырезает их. Рикки Мурка. Нет, это Рикки Мурка. Да серьезно, у него его так зовут. Рикки Мурка. Я не знал такого. Жека, ты, блядь, хули отсосал-то. На стриков поснимать, там это нормально. А, убил. Слышу, Рикки Мурка всех убивает, прикиньте. Вообще никак, надо что с кепкой. Стрелка. Не, да, Рикки Мурка. О, могу забрать эту шмат. Даете, да? Да. Здесь Рошанчик еще. Блин, фантом. Давай, брат. Хороша. А, я телепортироваться могу. Я лечу. Ой, я что-то это... Скиллы как-то не так вот прожимаю. Иди, другие сейчас, другие. Сейчас, блин, конец отсветит. О, смотри, Феникс, Фуникс. На тебе. Не, улетаем, улетаем, поняли? Я байчу на себя, а вы живите. Чисто живите. Ушли? Выжили? Фу, во славу Рикки Мурки. Я живой. Я живу. Фу. Брат, я жив, прикинь. Я свободен. Словно курица. Где там? В общем, словно курица. Так, я уже почти собрал в Shadow штучку, или как она называется? 3-2 своего. Перемен. Да, Рикки Мурка... А, он Сию собрал, да? Рикки Мурка, да. Хускар, блин, шо вы Хускар? На Его, это БКБ почти у него в Рикки Мурке. Жестко, жестко. Это сильный соперник, поняли? Вроде в Рикки Мурке так просто не выйдет. Он здесь, тут Рикки Мурка. Вот здесь Рикки Мурка, у меня вардовых нет, например. Я куплю. А, блин, все, отходим. Листы потратил, а. Вот, чисто Рикки Мурка решает. Дисбалансный хват. Не засейвить не могу. Он здесь Джаггер убивает. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Так мы его словить не можем. О, там это, ЦМ-ка Мурка. Ух ты, ёшка моя, ёшка. Ну это просто, я не знаю, что сказать. Не можем каминить. Рикки Мурка. Рикка Мурка, Рикки Мурка. Брат, мы тебя ждали. Когда тащить начнешь, брат? Давай там тащи. А Жека, давай героем поменяемся. Там БКБ, я не знаю.
21 Эрика Мурка, алло. Я 12 ЛЛ. Даже Хускар 15 ЛЛ. Так мы его фидели, фидели жесть. Те, кто соло фраги делает, я замечаю тенденцию этого патча. И очень бустится по ЛЛ. Аккуратно, аккуратно. Ультуй, ультуй. О, давай. У меня 1000 криты. А, да. О, них ты шнёх тех техста. Нет. По 1000 криты у него летят. Русские. Правда, если бы я появился, я бы тебе пришел. Прилетел бы. Как Супермен, понял, да? Супермен как прилетает, так и я прилетел бы. Но я, походу, не Супермен. Но что-то близко, около того. Мама! Нас перехватили ванпост. Мы такие оборонительные братья. Дома Его и БКБ. Да, мне кажется, подождать просто надо за воротами. Давайте просто уйдем, да и все. Это же БКБ и Его, что мы делаем? Все, дошли, 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 дошли. А Его, что мы ничего Его не делаем. Мы вот так не можем пробить. Там еще Его. Надо чисто ждать, пока это кончится. Жека, ну поэтому шторма пикнул. Да Жека он такой, блин. Сама пикнула себе. Мама! Ой, что-то я не так кривовато, да? Я первый раз не играю, брат, нормально. Ты там, Олега, не считаешь? Ой, Его исчезла, хочешь? Там же, блин, сабля почти. Ой, не сабля, а алебарда был. А, ничего не сделать. Что ты кричишь? Живи, живи. Ничего сделать, ничего не сделать. Во, изи, видим, видим? Это мой джаггер. У меня Его пропало, хорош. Так я говорил только что, у меня Его пропало. Блин, о, больно. А досты у вас есть? У вас нету достов. Сейчас бы убили Рикимурку. У меня бэйбэка нету. Бэйбэка нету. Куда ты повернулся? 7 на 7. Четверых в одной игре. Это рампейдж. Да не кричи, пожалуйста. Ты перераспугал меня всех зрителей, брат. 10 человек было, 2 человека здесь. Какой-то немножко крикливый. Соло, соло, больше босса, босс! И ты 13 левел как был, так и осталось. О, видели, что у нас база все стоит, да? Соло. Да камбэк, я говорил, камбэк или нет? Я тоже 20-й лава одной, нормально будет. Пойду пока миссия ванпост захочу. Только там еще проблема, там алебарда почти. Мы его не убьем, один на один. Не пробьем, брат. Нам джаггер какой-то надо или еще что-то такое. Кать, кать, кать. Да дикай на тему. А БКБ, что ли? О, нормально. А теперь вот можно джаггер тут. Вы БКБ не то. Как досты не достали? Джаггера стёрнивал. А не, парни. Русские идут домой. Там жёсткий он такой. Сильно жёсткий, понял?
Так, из позитивного у меня уже почти спирит 2 СО. Надо еще потерпеть немножко, ребята. И будем Рик и Мурку убивать, и всех убивать будем, понятно? Немножко потерпеть. Как говорится, терпели столетия, еще потерпим. Или как там говорится? Вот Рик и Мурку. Босс! Живи! Дурак так рофли, бля. Сил. Россия! Пошел, Джаггернаутс! Ой-ой-ой! Аляс, батата! Да больно было. Что он пошел, пошел. О, соло, видели Рик и Мурку соло? Минус Рик и Мурку. Рик и Мурку хорош. Оп, пиздец. Ой. Он мне просто баш дал, а не выпустил. Это я... Походу, с тобой что-то не стану. Го, у них ты свайнер. Гость, брат, я все-таки... Брат, я все-таки здесь замутал, ты слишком громкий, брат. Ты замутал двоих? Слишком Вича громкий. Вича не подходишь. Мне, Вича жесть. Тяжело воспринимается даже ушами. Здесь соло. Соло каждый немножко потащил в какой-то момент. В какой-то момент Рик и Мурка, какой-то Хускер, какой-то, блин, Фантанг. Чё, найди молоток. Даже Рик и Мурки не так. Да не пойду. Блин, у меня кнопка КД была, секунда одна. Там кучка еще. За секунду, если бы еще была. Ух ты, четверых еще. Рампашка будет и камбэк обратно. Не, рампашки не будет, но. Насилие. Вообще рампашка была. Значит. Камбэк в обратную сторону, пацаны. Это игра камбэка называется. У нас, блин, там крипы, ребят, крипы пушат. А ну, что на спире, давай. Сверху крипы стрим. Бля, сколько фарма, сейчас браки нам сейчас тут. Что там деф? Ну ладно, я с дефаю. Можешь не идти уже. Они гвиф прожали, блядь. Что за скиллы? 2 скулдаун, 2... О! Минус 2 секунд ульта, когда я нормально. Так, ребят, позитивные новости есть перед вами. Есть негативные новости также. Там же БКБ никто не отменял, правильно? Вот это скиллов-то даже. Так, Рик и Мурки не наблюдаю, если что.
Пацаны, купил варду вообще, да, по-моему, гвардейцы. И выискивайте реки Мурку. Варды летят у меня. Ай, блин, варды не долетели, прикиньте. О. Блин, это имба. Тащи. Ааа, шторм. Блин, шторм. Почти. Мне варды почти долетели, прикиньте. Не успели. Не-не-не, ты все, сдох. Камбэки в одну сторону, во вторую сторону. Походу камбэка не будет. А, клипы далеко. Где может бэкдор пробьет, я хз. Ну, хотя не так далеко, медву надо. У нас там вард еще стоит. Что делать? У нас есть запасные планы, ребят? Ой, запасной план пахнет. Ну я помог там, видели? Очки заработал. А где ульты нет, да? Убили еще. Блин, Рикимурка сейчас убьют. О, давай, тащи. Тащи, умирай, не умирай, живи. Байбук, байбук и хуска вки. Там уже почти ульта у Даггера есть, ну-ка ты пока. Главное сало на хустеровое. Опа, изи, нормально, сегодня ветра больше. Изи. Там снизу идет мортра. Мортра здесь, в меду. Сейчас меду убивать вас будет. Тут мортра где-то. Правильно. Готовься, третий скилл. Что это? А вот и реал лайф контент подъехал. Не скучай, надеюсь, будет норм у тебя со светом. Брат, я сам на это надеюсь. Ой-ой-ой! Спасибо большое. Блин, я сегодня поддерживаю, блин. Меня даже на ютубе сегодня поддерживали, блин. Там, кстати, на ютубе, ну, мало ли там кто, ну, там поддерживали меня сегодня люди на ютубе. Там можно еще спонсорскую подписку оформить, ну, кто там мажорик есть, не есть. И вам на месяц, если что, там вообще значок будет возле ника. Вы выделяться там будете. Ну, прям на ютубе выделение, блин. Понятно? Там зеленым цветом ник у вас будет. Своя сучка есть. Сегодня меня чисто даже на ютубе поддерживали. Давай сначала ты, потом. Так. Ну, возможно, там надо будет что-то менять, там счетчик менять или что-то такое. Не, ну я не хочу тебя оставлять без кайф. Не знаю, как там будет, но, скорее всего, там счетчик будет менять. Ну, я предполагаю так. Брат, это руна улетел, я руна надо? Руна есть. Атерген. А мы что, в трон идем? Серьезно? Я иду в трон, пацаны. Вы что, выиграли, что ли, или что? Тебе не понял, это... Суть игры, но мы, по-моему, выиграли, да? Иду на хускар, иду на хускар. Надо мять то еще. Дагер тыкает. Эх, не, по-моему, мы не выиграли. Давайте я байбекаюсь. Чисто байбекаюсь, ребят. Я полетел бы на тебя, брат, но мне кажется, я умру, если полечу на тебя. Что-то они будут лететь на тебя. Но я буду охранять фонтан, понял? Бордов потыкаю. Чисто копеечка в копеечку брать, кафабик. Ну и тут борды. Лера! Лера.
Валера! И что делать? Они пушат. Изи, брат, мы соло его убили, видел? Соло. Мы пытались. Ну блин, ну конечно, зафидели, не зафидели, проиграли, ну блин, ну мы пытались же, правильно? Так, брат, насколько я понял, ты из спадки пошел, правильно? Который со мной только что был, который еще меня поддержал. Ты из спадки, братик? Играть больше не будешь? Ну первая игра такая сегодня вышла. Какую поддержку? Я там меку планировал собирать, еще что-то раскидывать. Кубики начинают злиться, брат. У меня все люди дома начинают злиться, когда меня свет отключают. А я наоборот начинаю радоваться, что у меня свет есть. Это за сегодняшние сутки у меня впервые стабильный свет. Последние часа 2-3. Стабильный свет, просто стабильный свет. У меня нету ни перебоев, ничего. И это круто. Давайте куда-то в харду пойду, что ли. Песничная поддержка. И на СМ какой-то побегать. Или давайте я все-таки мид-центр выберу. Какой-то ВК пикну. У меня котики пришли. Какой же котик? Котики идут в окно, выйди, поняли? А я окно закрыл, и прохода к окну нету. Они только в шоке, вот, типа в шоке. Пришел котик ко мне, хочет выйти в окно сзади меня. Но я ковер туда повесил. В инстаграме можете посмотреть, когда выглядит. Инстаграм внизу есть. Что-то просто стоит, не понимаю, что делать. Вроде окно было, а вроде не было. Людей костюм такая. Чисто котеечку. Чисто призрачная котеечка. Поезд призрачной котеечки. Все, котейка. Убежала на батарею. Это история о котеечках. Великие котеечки. Которые есть не только в наших сердцах, но они еще и с нами. О. Как-то так. Птички. Птички. Блин, на самом деле я хочу на Рике еще поиграть. Рике, блин, такой прикольный, классный. И вообще. Правильно придумать Рике надо. Я сегодня стоял видосик, там вообще его на Этернала насобирали на него. Веб для фарма, а потом Этернала. Такой Рике был. Учиться стараются через средний скилл убивать, потому что он увеличение ловкости в 100%. А Этернала покупают, наверное, из-за того, что больше всего ловкости дают. 40 ловкости. А то это... Котика еще прыгает в дом. Баттерфляй и 30 ловкость. А, так слышите, Этерна еще и стоит дешевле. О. Типа понял такое? Хоба, хоба. Гоним там, а, гоним там давали. Оп, оп, оп. Брат, я спал очень много времени. Я не хочу спать. Либо, но спать не хочу. Просто не хочу. Ладно, давайте врага. Поиграть немножко. Мне вообще работать надо. Завтра утра, если я встану. В общем, встану, и у меня свет будет нормально все со светом. Я завтра буду на линейка. Поэтому, если что, завтра с утра кто там спать не будет. Если, ну, будете знать, если типа у меня со светом все нормально, то я буду в линейку завтра фармить каты. I'm Ricky.
Или не Рики. Медведь тоже прикольный. И Рики прикольные. I'm a Ricky. Вот у меня такой набор, это дефолтный типа. У меня такой вот ассасин есть Ricky. Есть и такой вот еще набор. Ну это имморталка маска у меня. Даже, по-моему, не две, а три у меня имморталки. Такая, по-моему, их две штуки вроде. Я одну показываю, ладно, да, да. Какая? Цвет разный. Из применения на союзников с огнем шарта лично 160 до 400. Че, блин? Можно сдалека кушать пуджем. Правда, ФБ и БФ еще делать буду, прикинь. Будем делать и ФБ, и еще и БФ. Прикинь? Круто как. Смотрите, у него руки какие. Тоже и морока. У меня такая тоже есть. Че, надо стоять или что? Мы даемся сразу все равно, пойди ФБ. Не, ну если раз то бежит, то... Не, давайте наоборот, раз, а давай ты наверх, а я там буду стоять. Если че, руну заберу, а потом блинк качаю и блинка, ну и всё. А ты в сетке будешь держать пацана, если я напомню. Что это такое? Я блинком постараюсь прыгнуть. И выйдет, конечно. Брат, ну что это такое? А ну подойди сюда, подойдите. Я блин конусь. А подойди сюда, поближе, подойди. Блин. Я еще и умер. Пуджик назад отошел и. Не, я живой, да? В общем, все максимально ужасно вышло. Ты нюкса должен был хукать, а ты хукаешь даже не нюкса, а вижу доктора. Ну и промахнулся еще. Кстати, раз ты один спас, если бы ты туда пошел, ты помер. Я нюков нету. Почти шерсть на языке. Держим, не делаем. Да красивым раз, тебе красава. Давай быстрее.
Так, Лина у нас отключилась, у Лины что тут? Третий левел уже. Здрасте, мы ФБ в форме. Пульжик стоит, вроде нормально, там кого-то хукает, вряд ли попал. Пишите второй левел, там джаггер на лайне. Плюс тут что? ВД походу, на ШД. На самом деле, если тут ШД был, ой, не ШД, а ВД был, наверное, проблем больше было бы у нас. Постаны, станы, в каске ВД. А так вот этот... Кадов демон, или как он зовут? А, Гримстрок его. Он особо, ну, проблем вроде не создает, как минимум сейчас. Потом в будущем будут проблемы не создавать, наверное, из-за того, что будет Ферастал накидывать, и я не смогу ничего прожимать и не знаю, что делать. Да, в будущем мне Гримстрок будет мешать, чисто за счет второго спайла. Сейчас от него толку ноль. Так, я уже скоро колечко куплю, буду регенить нормально. Колечко, колечко, кольцо. Давно это было, давно. Вон тебя где? Когда так поставили жестко. А, это моя кура, да? Я за нее забыл брать. Я там кольцо купил и забыл. Видно. Просто вся надежда на тебя, на твою фасочку, брат. Побратский. Выгласи его. О, как пожелаете. Спасибо большое. Вот воду хочет сделать. Да, агрессивные такие. Спасибо. И агрессоры. О, у меня кура резнулась. Я еще тапок принесу, чтобы приятнее было. Мангус захочу.
Мы из хлеба выходим. Наконец-то кольцо купил. Ладно, все, все, все. Кого надо убить? Они теперь бьют меня или генеч? Кольцо слишком жестко будет. Кстати, да, ушел это. Иду уже бегает. Если что, он один остался. Может, от воды пойдет или что-то такое. И ты пофармишь, я поэкспресс. Один ничего не делает. Тебе пошел раз-то.